Привет, друзья! Меня зовут Людмила, и вы смотрите мой кулинарный канал. Какие самые любимые блюда на новогоднем столе? Конечно же, салаты! Он должен быть вкусный, готовится очень быстро и из простых продуктов. Сегодня хочу поделиться с вами самым любимым рецептом салата моего мужа, который называется косичка. Когда я впервые приготовила этот салат, я была в полном восторге. Когда вы его приготовите, вы почувствуете то же самое. Первое, что надо сделать, это нарезать грибочки на пластинки. У меня сегодня шампиньоны, но вы можете взять любые свежие грибы. Кладем на горячую сковородку без растительного масла. Берем красный лук и нарезаем полукольцами. Старайтесь нарезать очень тоненько, тогда в салате лук будет смотреться красиво. Заливаем винным уксусом и оставляем на 15 минут. Теперь самое время добавить растительное масло. Не забываем перемешивать наши грибочки. Жарим до готовности. А пока нарежем ветчину на полосочки. Старайтесь брать хорошую ветчину, и салат тогда у вас будет вкусным. Грибочки у нас готовы. Выкладываем их на дуршлаг и промываем горячей кипяченой водой. Оставляем, пускай стечет вода. Три помидорчика небольшого размера. Разрежем пополам. Удалим плодоножку. Уберем мякоть. Нарежем на кусочки. Копченый сыр разрежем на две части. Одну часть разрежем на кусочки. А вторую разделим на мелкие соломинки. Это у нас пойдет на украшение. Грибы и лук высыпаем в салат. А для заправки мы будем использовать майонез или очень вкусный соус. Сейчас мы его и приготовим. В отдельную миску кладем 4 столовых ложки 20% сметаны, 1 чайную ложку молотого перца, 2 чайные ложечки оливкового масла, для пикантности 2 зубчика чесночка и 1 чайную ложку соли. Перемешиваем и заправляем наш салатик. Салат желательно заправлять перед подачей. Сверху украшаем косичкой и жареными орешками. Салат готов. Давайте попробуем. Салат, друзья, очень вкусный. В меру остренький. Заправка просто супер. Это то, что надо готовить на праздничный стол, на новогодний стол. Обязательно приготовьте, вы будете в полном восторге. И все ваши гости будут просить рецепт. Всем приятного аппетита, всего доброго, до новых встреч на моем канале. Пока-пока!